Только в этот вечер ничего не надо. Это сладкая игра. И погасли свечи, и на мне помада. Это сладкая игра. Только в этот вечер. Всем привет, меня зовут Тима, я из группы Саша Грей. И я смотрю Dota 2, пока все думают, что я разбираю новую песню. В общем, завтра, 15 числа, мы идем писать вокал. Это будет первый день из 4 дней записи вокала. И все эти 4 дня я буду снимать небольшие видео. Как это будет в итоге, либо это будет 4 кусочка, либо одно целое, я не знаю, но как-нибудь, короче, сделаю. Эти видосики, наверное, будут смешными, но это будет достаточно тяжело сделать, потому что, ну, естественно, все знают, что в моей группе только я очень смешной парень, остальные все просто унылые. Ну, в общем, не очень смешными, надо будет им рассказывать шутки, ну, вообще учить их шутить, говорить смешные вещи, чтобы было, ну, весело. Вот. Ох, что творит, что... Ладно. Вот. Что еще сказать, Ну, у меня усики, потому что я ленивый человек, и я не бреюсь. Но я обязательно побреюсь, наверное. У меня все хорошо. В общем, ребят, будет что-то будет. До встречи. Я хочу сказать, как говорит Каспер. Просто до встречи, ребят.